слонопотам. Все готово. Сейчас только за морковкой для носа сбегаю. Подумаешь, вот у меня будет снеговик огромный. Сейчас голову только побольше скатаю. Так, так, тяжелая какая. Упс, тучка меня убьет. Вот какую большую морковку нашел. Кеша, а что случилось? Где мой снеговик? Слонопотам пробегал. Ага, огромный такой, страшный. Я такой леплю-леплю, а он такой из леса топ-топ-топ. И прям по твоему снеговику протопал. Дальше потопал. Я даже сделать ничего не успел. Слонопотам? Странно. Откуда здесь взяться слонопотаму? Откуда? Говорю же, из леса вышел. Привет, Кеша! Привет, Тучка! Ребят, помогите мне елку нарядить! Вместе по лесу идут, собирают шишки, на-на-на-на. Вместе песенки поют, а этот шарик вот сюда. О, а я свой сюда повешу! Кажется, чего-то не хватает. А, знаю, звездочки! Лисичка, это? Да! Только как ее наверх прикрепить? Тут нужна лестница. Точно! У меня дома есть! Тучка, пойдем со мной, поможешь! Да зачем тут лестница-то? И так залезть можно! Что мы, не медведи, что ли? Сейчас, ага, так, еще чуток. Ой, Кеша, наша елочка, что случилось? Тут такое дело... Я ждал вас, и тут вдруг этот слонопотам. Стою я такой, вас жду с этой, с лестницей. Вдруг слонопотам, страшный такой, и сразу на елку полез. Я ему говорю, что ты делаешь, сейчас грохнешься. А он раз и грохнулся вместе с елкой и в лес убежал потом. Кеша, что это еще за слонопотам такой? Ой, ну что-то я засиделся тут с вами. У меня же дела. Ну все, привет. Что-то слишком часто стал появляться этот слонопотам. Странно только, что никаких следов слонопотама нет. Только Кешины. Точек, мне кажется, что Кеша и есть этот слонопотам. Да, лисичка, мне так тоже кажется. Ну что, покажем Врунишке настоящего слонопотама? Вместе по лесу идут, собирают шишки, вместе песенку поют и читают книжки. Ха! Поверили в какого-то там слонопотама. Наконец-то я тебя нашел, Кеша. Лисичка, тише. Прости, у тебя такой голос смешной получается. Ты говорил, что меня не существует. Помогите! Лисичка, не отставай, а то мы развалимся. Меня не видно, куда бежать? Меня не убежишь. Нехорошо сваливать свою вину на других. Я больше так не буду. Простите. Извинений мало. Нужно еще исправить то, что мы творим. Я исправлю. Я все исправлю. Обещаю. Ну все, пришли. Можете открывать глаза. Ух ты, какая красивая. Кеша, ты сам все это сделал? Да. Тучка, лисичка, в общем, это вам. Вы это, простите, снеговика и елку я сломал. Кеш, да мы знали, что ты все выдумал. Никакого слонопотама не существует. Я тоже так думал, но на самом деле он существует. Кеша, опять выдумываешь.
Пропавшая кукла. Ари, еще чашечку чая. Давай, давай. Не, вне игры. Ну-ка. Хорошо. Штрафной. Ну ты, Чензе, держись. На этот раз я не помажу. Ладно, ладно, извини. Подай, пожалуйста, мяч. Ладно, я сейчас принесу. А вы следите за Ари, чтобы ничего с ним не случилось. Не волнуйся, пока мы на страже, с ним ничего не случится. Кеша, где кукла? Лисичка очень расстроится. Да ладно, пока она за мячиком бегает, мы уже найдем. Ой, а где мой Ари? Точка, ищи куклу, пока я ее отвлекаю. Лисичка, я сейчас тебе все покажу. Так, где, ну где, где, где? Ну где же он? Цып, ну ищи. Представляешь, раз в год твой Ари оживает и отправляется в гости к своему другу. А почему я не знала? Как зовут его друга? Друга зовут Карапучка. Да где же он? Цыпа, ищи. Цыпа, Цыпа, что нашел? Цыпа. О, а это отличная идея. Тащи ножницы. Сегодня Ари как раз пошел к Карапучке на чай. Вот он шел по лесу и здоровался со всеми друзьями. Привет, Тюк-Тюк. Привет, Ари. Здравствуй, Сойка Аглая. Добрый день, Ари. Шел Ари, шел по лесу. А Карапучка, оказывается, сидел высоко на дереве. Он туда попал? Как-как? Ветром занесло! Вот так! Ну что, Цыпа, похоже на лисичкину игрушку, а? Карапучка сидел на дереве и боялся слезать. Хорошо, что у Ари с собой была цветная бумага. Он быстро сделал из нее крепкую цепь, забросил на ветку и снял Карапучку. А потом они пошли пить чай вместе? Да, все так и было, лисичка. Ура, значит, Ари уже вернулся. Ари, Ари, я сейчас, я уже бегу. Нет, нет, стой, лисичка. Эх, все пропало. Лисичка ни за что не поверит, что это Ари. Ари? Как ты туда попал? Что, тоже ветром занесло? Так, ну-ка, иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Лисичка, понимаешь? Вот твой Ари. Это Ари? А почему он фиолетовый? Лисичка! Лисичка! Вот твой Ари. Ой, Ари! Тучка! А это тогда кто? Это... А это Карапучка! Да, точка? А, да, Карапучка. Цыпа, не крутись, веди себя прилично. Ари, еще чашечку чая. Карапуча, попробуй моего печенья. Оно очень вкусное. Кеша, Карапучка. А что, нормальное имечко?
Следствие ведут мишки. Кто тут гремит? А, наверное, показалось. Нет, не брал. Да и зачем? У меня вон свой зонтик есть. Ой, только что был тут. Вот тут, вот, вот. Странно. Ничего себе, Тучка! Так у меня пропал зонтик. И тоже был там, и тоже странно. Ничего себе. Кто-то похищает наши зонтики. А знаешь, что это значит? Нет. Что? Что за дело берутся настоящие мишки-сыщики? Похитил наши зонтики. У тебя случайно зонтик не пропадал? Нет, он дома. Не обманывай нас! Мы все знаем. Все-все? Хорошо. А почему небо синее? Вопросы здесь задаю я. Где ты была в ночь со вчера на сегодня? Дома спала. Ага, вот, говори, где зонтики? Лисичка, где зонтики? Кеша, ты все не так делаешь. У лисички нет наших зонтиков. Мы должны искать следы похитителя. Точно! Следы! Зонтик был здесь. Похититель забрал его и ушел. Следы должны быть здесь. Цыпа след. Ищи, Фас. Молодец, Цыпа! Ого! Похитителей двое! Это все меняет! Нет, смотри, их трое! Четверо! Это целая шайка похитителей! Кеша, подожди! Это же следы Цыпы! Итак, что мы знаем? Похититель зонтов похитил наши зонты! Это раз! И оставил следов! Это два! Ну, конечно! Наши зонтики украли кроты! Кроты? Ого! Ну и как мы теперь вернем наши зонтики? Элементарно! Мы построим кротоуловительную машину! Нужна только приманка! Приманка? Ага. Но у нас нет больше зонтиков! Кончились! У меня есть зонтик! Чувствуем, мы сцапаем похитителя. Вот сейчас он появится. Вот сейчас. Ну или чуть позже. Лови ее, Кеша, лови. Включай свою машину. Не могу. Она сделана для ловли кротов, а не птиц. Кеша, она уходит. За мной, в погоню. Уйдет, ну быстрее, быстрее. Уходит Иннокентий, уходит. За пушку летит, там есть где спрятаться. Тучка, ну-ка держи меня. Как? Как? За ноги. Ура, попал! Ух ты, какие птенчики. Какие-никакие, а сидят в наших зонтах. Ну и пусть. Я им свой оставлю. Я тоже оставлю. Ладно, так и быть. Пусть забирают себе, раз им так нужно. Могу сказать только одно. Дело о похищении зонтов закрыто.
Пещера полная ловушек. Пас! Давай! Кеша, хватай мяч! Быстрее! Покатится! Кеша, держи его! Дай мяч! Хватай! Ого! Да тут настоящая пещера! Ты что, Тучка? Это же пещера! Вижу, что пещера, ну и что? Что? В каждой пещере полно ловушек! Все просто забито ими! От пола до потолка, я тебе говорю! А как же наш мяч? Мяч? А мы его оттуда достанем! Но только после подготовки! Ловушки. Ловушки бывают двух видов. Опасные и жутко опасные. Но самая коварная ловушка, страшнее которую еще никто не придумал, это щекотальная комната. И что нам теперь делать? Вот, именно поэтому я и построил нам тренировочную пещеру с ловушками. Готов? Тогда вперед! Да что? Это же простейшая колотушка! Тут надо пригибаться! Нет, нет! Это же элементарная сбивалка! Тут надо подпрыгивать! Эх, давай покажу! Понял? Вот так! А это что такое? Это Тучка! Полосатый матрас-охлоп! Опа! Не попало! Так-так-так! Промазала! Мы прошли! О, нет! Что, Кеша? Мы кое-что забыли! Щекотальная комната! Ну, Тучка, теперь давай достанем наш мячик! Ага, я пошел! Стой! Вот, Кеша, наш мячик! Стой! Не двигайся! Слышишь? Чьи-то шаги! Кеша, здесь кто-то есть. Ой! Лисичка? Что ты делаешь в нашей пещере? Ой, ребята, а что вы делаете у меня в подвале? Это что же, твой подвал, лисичка? Где наша пещера с ловушками? Никакой пещеры я тут не видела. Только мой подвал с компотом и ватрушками. Ну да, раз уж вы тут, берите компот и пошли ко мне в гости. Это что же, Кеш, мы зря с тобой готовились, да? А я видела на дальней полянке одну пещеру. Правда? Лисичка, покажешь дорогу? Тучка, где наши рюкзаки и веревки? Нас ждут великие приключения!
неуловимый Джо. Будь осторожен, неуловимый Джо где-то рядом. Смотри, вот его следы. Привет, ребята, а я вас ищу. Принесите мне воды из колодца. Лисичка, не видишь, мы тут играем. Да, мы индейцы. А индейцы носят воду? Индейцы, следопыты, воины и свободный народ. Точно! А воду носят скво, то есть девчонки. Вот идеальное место для засады на неуловимого Джо. Так. Раз, два, три. Ой! Говорят, неуловимый Джо привязывает своих врагов к деревьям и скармливает их комарам. Ого! Не может быть! Смотри! Неужели это на самом деле неуловимый Джо? Уважаемый, неуловимый Джо, отпустите нас. Да, не скармливайте нас комарам. Пожалуйста. Ла-ла-ла-ла. О, лисичка, иди сюда, помоги нам. Только тихо. О, мальчики, кто это вас привязал к дереву? Да это мы и сами, игра такая. Лисичка, распутай нас, пожалуйста. А вы мне поможете ведра с водой натаскать? Конечно! Сколько хочешь принесем! Только, пожалуйста, говори потише. Ну, не знаю. Вроде бы индейцы не носят воду. Носят, носят! Это их любимое занятие. Ну, ладно. Свобода! Пойдемте отсюда скорее! Еще ведер надо. Тучка, может это уйдем по-индейски? А как это? Ну, по-тихому, без спроса. Ой! Неуловимый Джо просил еще 4 ведра. И будем купаться. Да!
Путешествие к звездам. Я знал, что тебе понравится. Так, нам надо ее назад, на небо вернуть. А то там на небе звезды могут закончиться. Кеша, небо ведь высоко. Как же мы ее туда вернем? Как-как? Ракету построим. Ракеты – дело пустяковое. Ракету «Звезда-1». А разве ракеты не вверх летают? Что? А, да, так лучше. Вот наша ракета. Осталось только ее построить. Наша ракета большая. А где дверь? Дверь? А, сейчас сделаем. Звезду нужно вернуть до захода солнца. Обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1 с ниточкой. 0 с половинкой. Старт! Здорово! Вот он! Ну что, выпускаем звезду? Не цыпу, а звезду. Извини, рычаги перепутал. Да, какой прекрасный день. Какой ужасный день. О, лисичка, ты чего такая? Я где-то в лесу потеряла свою сережку и никак не могу ее найти. Что за сережка? Сейчас мы ее вмиг найдем. Вот такая же, звездочка. Ой, а твоя звездочка, похоже, теперь там. Где? Небе. Мы ее с Тучкой на ракете отвезли. В созвездие сережек, звездочек. А что? Звездное небо неплохое место для моей сережки. Может, и вторую туда отправим? Завтра летим всем вместе! Вернем твою сережку, звездочку!
страшилки. В одном черном, черном лесу жил черный, черный медведь. Он хватал всех этими черными, черными лапами. Да, и с тех пор их больше никто не видел. Кого, медведей? Или тех, кого хватали медведи? Да нет, Тучка, что ты меня все время путаешь? Ладно, лисичка, теперь твоя очередь. Хорошо, я расскажу вам о Верзихрюке. Это чудище живет в лесу и по ночам выходит на охоту. У него три рога, четыре когтистых лапы, два хвоста, а еще хобот. А питается Верзихрюк только мишка. Верзихрюк, ну, конечно. Да, лисичка, ну ты придумала. Верзихрюк. Не верите, значит? А ведь это правда. Ага, верим и уже боимся. Да, Тученция? Да, сказочки для маленьких. Ну ладно, мне пора домой. Только фонарь свой заберу. Лисичка, смотри, не попадись Верзихрюку. Верзихрюку. Ладно, пора домой. Собираем палатку и тушим костер. Ой, темноватенько. Да. Кеш, а как ты думаешь, Верзихрюка точно не существует? Тучка, ну конечно нет! Это все лисичкины выдумки! Ну все, тебе направо, а мне налево! Знаешь, Кеша, что-то мне скучно одному идти. Может, дойдешь со мной до дома? Вообще-то, я не тороплюсь. Кеш, а что если Верзихрюк все-таки существует? Тучка, что ты все заладил? Верзихрюк, пойдем быстрее. Ну вот, Тучка, пришли, вон твой дом. Ладно, давай, спокойной ночи. Я же тебя проводил. Теперь твоя очередь. А то мне что-то тоже скучно одному идти. Кеш, ну если я тебя провожу, то кто потом меня проводит? Мне же тоже скучно потом будет идти. Да ладно тебе, Тученция. Дойдем, что-нибудь придумаем. Верзихрюк? Да я его сама выдумала. Да нет же, мы его видели. У него три рога, четыре лапы. Все, как ты говорила. Ладно, пошли посмотрим. Ага, пойдем. Только нужно сделать Верзихрюка пугалку. Кеш, а ты уверен, что твоя Верзихрюка-пугалка сработает? Конечно, она меня еще не подводила. Правда, я и не пользовался еще ни разу. Верзихрюк! Мама! Верзихрюк! Посмотрим, что это за Верзихрюк. Верзихрюк! Эх, вы, трусишки! Кто? Это мы, трусишки? Да мы это, тебя просто проверяли. Ага. Верзихрюк! Эх, мальчишки, ну и храбрецы. Ха-ха-ха!
хорошие манеры. Продолжаем урок хороших манер. Итак, при встрече надо говорить «здравствуйте». Здравствуйте. А лапу пожимать? Ага, тученцы, пожимай, еще поцеловать не забудь. Гостей принято угощать в первую очередь. Гостей угощать в первую очередь, ага. Перед едой не забывайте мыть руки. Ай, Кеша, не мешай, я же записываю. Тучка, ну с лисичкой все понятно, она же это девочка, но нам-то это зачем? Кеша, вежливым быть хорошо. Мне ваши спасибо, пожалуйста, не нужны. Как-нибудь и без них проживу. Все, привет. Лисичка, а я знаю, как нам Кешу научить хорошим манерам. Боже моя! Еще! Ой, а это что? Торт! Да сегодня просто праздник какой-то! Чур, торт тоже мой! Ой! Ой! Эй! Где свет? Это что такое? Вот так-то лучше! Чудовище! Отпустите меня! Отпустите! Отпустить? Ну нет, сейчас я тебя есть буду. Меня? Не надо! Вот у меня тут тортик есть! Может, лучше его отъедите? Нет! Я питаюсь исключительно невоспитанными мишками. Это правильно? Ну, я-то... Знаете, какой воспитанный? Просто мега-воспитанный! Да? А что же ты не здороваешься? Это я не здороваюсь? Здравствуйте! Как ваши дела? Пожмем друг другу лапы? Или что там у вас? Что-то я тебе не верю. Пожалуй, я тебя все-таки... Не надо! Как там лисичка-то говорила? Вспомнил! Сначала надо это... Костей угостить! Давай! Полезай в котел! Стойте, стойте! Вы же это... Руки забыли помыть! Не помыл! Ну и что? Как это что? Смотри и слушай! Так! Раз! Два! Мне друзьям сказать не лень. Здравствуйте и добрый день. За обедом не болтаем и друг друга не толкаем. Мы спасибо говорим, всех за все благодарим. Не забуду на прощание вам сказать я. До свидания. Лисичка, сработала! Да, Тучка, мы молодцы! Тучка, Лисичка, ой, здравствуйте! Со мной сейчас такое произошло! Я думал, что ваши эти спасибо, пожалуйста, это ерунда! А там чудище, здоровый такой, лапы, ух! О, ты что, с ногами на стол? Где твои манеры, цыпа? Сейчас
сюрприз. Так, что тут у нас? Млечный путь, луна в созвездии Большой Медведицы. Так, 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 точно! Меркурий в созвездии Гончих Псов. Так это же Кеша! Кеша, ты что, спишь, что ли? Кеша, проснись, Кеша! Да не сплю я! Так, на секундочку глаза прикрыл. Кеша! Луна в Большой Медведице. Это не я! Кеша, ну не спи! Я все вычислил! Судя по расположению звезд, завтра нас всех ждет удивительный сюрприз! Кеша, ты куда? Домой! Сюрприз ждать! Ура! Сюрприз! Это ты! Привет, мальчики! А что за сюрприз? Звезды предсказали, что для нас сегодня будет удивительный сюрприз. Вот мы его и ждем. Мы же на лыжах хотели сегодня покататься. Лисичка, некогда нам! Сказали же, сюрприз ждем! Ну не обязательно же дома. Погода такая хорошая. Ну ладно, поехали, Цыпа. На лыжах кататься. А сюрприз кто будет ждать? Точка, а сколько ждать-то надо? А? Не знаю. Я раньше никогда так вот сюрпризов не ждал. Ладно, будем ждать. Класс! Ну что, Цыпа, покатаемся? Ю-ху! Ура! Кеша. Что случилось? Ты сюрприз проспал! Он, наверное, уже давно здесь! Его просто поискать надо! Ранец нашелся. Может, это и есть сюрприз? Нет, он не работает. А вот смотри, твоя удочка старая. Ты тогда переживал, что она потерялась? Нет, я тогда себе новую удочку сделал. Еще лучше. Слушай, Кеш, а может, я ошибся? Ну, со звездами. Может, и не было никакого сюрприза? Ой, мальчики, я такое видела, такое! Северное сияние, и сосульки, и водопад. Северное сияние тут, в нашем лесу. И ты все это видела сама? Не верите? Вот, смотрите, это я, это Цыпа, тут мы с Цыпой. А у вас что, получили сюрприз? А у нас печенька, вот... Цыпа! Я тебе сказал!